главных ролях Джонни Стронг, Лэнс Хенриксон, «Конец света». Также в ролях Луи Мандилор, Хаким Каказим, Кшиштоф Сашинский, Крис Керсон, Челси Эдмундсон, Гэри Кёрнс, Марк Хэнсон, Хизер Кафка, Sony Fusicas, Фара Уайт и Эд Спилла. Художник-постановщик Келли Рименшнайдер. Специалист по спецэффектам Дрю Вейнгер. Дизайнер костюмов Стивен Чудей. Оператор-постановщик Эйлин Денахи. Звукорежиссер Джонни Маршалл. Композитор Джонни Стронг. Монтаж Майкл Марко. Исполнительные продюсеры Пол Райхальд, Джеймс Райан Герри и Джон Ландолфи. Продюсеры Фара Уайт и Шерри Детерлинг. Производство Уильяма Кауфмана, Чада Лоу, Джонни Стронга, а также Джея Стемпера и Эдриана Тестолина. Сценарист Чад Лоу. Режиссер-постановщик Уильям Кауфман.
Спонсор показа Казино X. Это только лицензионные автоматы, а значит частые и большие выигрыши. Введите код 4X и получите бездепозитный подарок и выиграйте столько, что вам и не снилось. Заходите на 16casinox.com и не забудьте использовать код 4X.
Майк, будь осторожен. Мэм, вы в порядке? Вы в порядке, мэм? Мэм. Прикрой. Давай! Не шевелись, сука. Слушайте, забирайте машину. Забирайте, что хотите. Мы так и сделаем, детка. Да что с вами? Наш враг — те твари. Мы на одной стороне. Нет больше никаких сторон. Припасы. И вообще. Тяжело сейчас удовлетворить простые нужды. Пошел ты. Уверена? Похоже, разрешение получено. Мы позаботимся о вас, юная леди. Утоли наш голод. Черт! Ты! Не убивай меня! Бери, что хочешь! Черт! Нужны боеприпасы? Забирай. Забирай все, что хочешь. Нет, 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 прошу, нет. Откуда ты? Остин. Я из Остина. Много там тварей? Да дохерища, их везде как дерьмо. А ты как думаешь? Она с вами? Да. Мы нашли ее в лесу.
Мы решили, что сможем использовать ее. Вот и взяли. Но мы не вредили ей. Честно. Клянусь. Отнеслись как к своей. Эй, ты куда? Ты не можешь бросить меня здесь. Ночь приближается. Мы просто пытались выжить. Как и ты. Подожди, гребаная сука. Черт. Боже. Эй. Слышишь? Здравствуй. Ну разве это не самый прекрасный малыш на всем свете? Да. Как его зовут? Джейкоб. Джейкоб Уоллес младший. А тебя как? Аннабель. Хорошо, Аннабель. Нам надо уходить отсюда. Давай, пошли. Пошли со мной, осторожно. Вот так, молодец. Эй! Эй, подожди! Куда ты поедешь? Подальше. Не оставляй нас, мы не выживем ночью. Тебе ведь тоже нужно безопасное место на ночь. Нигде не безопасно. Я с группой выживших. Многие из них бывшие копы. У нас есть оружие, боеприпасы, еда, вода и даже электричество. Отвезешь нас туда, и я обещаю тебе ночлег, плюс столько еды и бензина, сколько сможешь увезти завтра. Где это? Даллас. Ехать примерно полтора часа. Твари. Много их там? Они лезут каждую ночь. Но мы отбиваемся. Поехали. Идем. Я Сэм. Сокращенно от Саманта, но все зовут меня просто Сэм. Рурк. Это имя или фамилия? Мой хороший. Как думаешь, что с ней? С чего бы начать? Ты в порядке? Слушай, я тогда этого не сказала, но спасибо за все. Сейчас редко встретишь хороших людей. Кто сказал, что я хороший? Куда ехать? Не получится. Ну же, куда? Туда, направо. Здесь налево. Черт. Да, херовая идея. Это Сэм, откройте дверь, мы подъезжаем. Итан, это Сэм, ты слышишь? Сэм, что происходит? Где ты? Мы недалеко от вас. Они везде. Черт. Нам нужна ваша помощь. Крис. Вернулись? Идем.
Я сделал свое сердце деревянным, дабы не тонуть в реках крови. Они едут, едут! С дороги, с дороги! Папа, наши парни возвращаются. Закрой всех, быстро! Детки, за мной! Вы знаете порядок, шевелитесь! Черт, если они не откроют, нам нас сожжут за секунду. Мы спускаемся в гараж. Слышишь, Сэм? Ладно, народ, порядок вы знаете. Резко, но без глупостей. Ну все, давай, иди. Вперед! Быстрее, они уже рядом! Берите оружие! Хорошо. Живи. Есть! Куда? Ну же! Налево, вон там. Приближаются. Да что ты? Давай, идем. Беги. Сэм, шевелись! Возвращаемся! Прикройте! Перезаряжаюсь! Возвращаемся! Назад! Внутрь! Прикрываю! Шевелитесь быстрее! Внутрь! Шевелитесь! Быстрее! Нет! Все, народ, возвращаемся! Да что с тобой такое? Идем! Черт! Проверьтесь! Будь здесь! Сэм, где Майк? Мне жаль. Черт. Хейли? Кейл? Нам устроила засаду группа мародеров. Сэм, что здесь происходит? И кто он такой? Это Рурк. И если бы не он, я бы тоже была мертва. Ты, конечно, быстро вернулась, Сэм, но не с тем, кем надо было. Ты здесь главный. Эй! Откуда вы, мистер? Из Нью-Йорка. Нью-Йорка? И как же ты оказался так далеко? По дороге. Совсем один? Погоди-ка, ты был сам по себе с самого момента вспышки?
Да, охотился. Иди, ты охотился. Хочешь убить их всех? Этих чертовых тварей там миллионы. Отсюда до Бронкса их уже намного меньше, придурок. Это безумие. Крис, Фрэнк, мы же не позволим ему здесь остаться. Ты что, бывший военный или заключенный? Какая разница? Дрю бывший заключенный и без обид. Тогда почему мы его приняли? О, без обид? Мне вот тоже не все нравится. Схера ли я должен того же Влада терпеть здесь? Да пошел ты. Не-не-не, послушайте. Мне обещали топливо и боеприпасы. Она должна мне. Он убил Майка, а потом забрал Сэм. Он мог быть с ублюдками, кто напал на тебя и убил Майка. Ясно? Ты убил моего брата, выродок? Успокойся. Успокойся. Ты убил моего брата, ублюдок! Нашли самолет. Что? Мы нашли самолет. Сразу за Ферн Крик. Меньше, чем в 100 милях отсюда. Пассажирский, все поместимся. Эй. Покажи. Идем. Ты с нами. Клайд, шевелись. Здесь на нас напали, а вот здесь самолет. Стоит там и ждет нас. Что скажешь, Винс? Сможешь поднять его? Выглядит вроде неплохо. Как в нем с электроникой? Шасси и крылья целы, видимых повреждений нет. Двигатели? По мне так в порядке, только воды не было в баке. Я только один проверила, осмотрела все по твоим указаниям. Лучшей возможности не предоставится. Если все так, как она говорит, тогда... Да. Я подниму его. Осталось только переждать ночь. Выйти наружу. И навсегда покинуть это место. А между тем, прости, я не доверяю тебе. Без обид, но тебе придется сдать свое оружие. Надеюсь, ты умеешь ходить по воде, потому что тебе понадобится чудо для этого. Просто отдай оружие. Пожалуйста. Итан, если тебя это утешит, его тебе вернут. Мы выполним обещание данное тебе, Сэм. Дадим тебе топливо, боеприпасы, все, что нужно. Но ночь ты должен будешь провести в камере. Вот спасибо нахер! Фрэнк, ты чего? Он же отдал оружие. Что, если так и задумано? Он пробирается сюда, убивает нас, пока мы спим. И забирает все, что у нас есть. Но он спас меня. Все уже решено. Я покажу твою комнату. Прости моего старика. Он старой закалки. Но когда это случилось, он не растерялся. Когда еще детективы что-то знали, он был их шефом. Потом мы потеряли маму. Мой брат стал один из этих тварей. Думаю, это стало последней каплей. Все с этого и начинается. Но сейчас весь мир сходит с ума. И вот в чем вопрос. Что есть безумие в безумном мире? Идем. Почему вы не попытались тогда ехать? До Бахи ехать минимум 3 дня. А с нами семьи, дети. Мы бы не продержались столько на дороге. Если не мародеры, так те твари. Именно поэтому нам и нужен тот самолет. А это?
Мы действительно верили, что наша защита выдержит. Собирались пережить их. Построили вот. Думали, что они помрут от голода. Наша ошибка. Тут здоровый, которого я подстрелил. В камуфляжной форме? Да. Он новенький. Появился около 2-3 недель назад. Здоровый, сукин сын. Он отличается от других, он наблюдает. Мы считаем, что это он привел твари к нам. Потому что с тех пор они нападают каждую ночь. А днем собираются под опустевшим отелем. Далеко это? Отель? Да. Где-то в миле отсюда. Но туда лучше не ехать. Слушай, мой отец держит свое слово. Он выполнит уговор. Эй, спасибо, что вернул Сэм невредимый. Есть и хорошая сторона. Здесь безопаснее. Присматривай за ним. Прости, что тебя вот так заперли. Эй, как было в Нью-Йорке? Так же, как и везде. Везде трупы, смерть. Меня это обошло стороной. Я была обычной. Я должна была закончить учебу, выйти замуж, нарожать детей. Обычная жизнь. Итана, ты уже знаешь. Я была обручена с его младшим братом Эваном. Мы жили в доме, где ничего не случалось. А потом всем сказали оставаться дома и запереть двери. Так мы и сделали. Но двое пробились. Эван сказал идти в ванную, закрыться и спрятаться. Именно так я и поступила. Я сидела на холодном полу, закрыв уши, совсем как испуганный ребенок. Но я все равно слышала шум, и вот он прекратился. И когда Эван пришел за мной, это был уже не он. Он забыл, кто я. Если бы не Итан, я была бы уже мертва. Ему пришлось убить брата. Ничего ужаснее не придумаешь.
Неважно, кем они были до превращения. Они пойдут против тебя, если ты не нажмешь на курок. Думаешь, из-за чего это все? О причинах ходит много слухов. Но какая разница? Ясно же, чем все закончится. Нет, есть колония выживших в Бахе. Это в пустыне, в изоляции, в 1500 милях от городов. Даже самые быстрые из них не доберутся туда раньше, чем сгорят. Слушай, неважно, какое расстояние между тобой и ними, они найдут путь. Тогда зачем ты здесь? Я думала, ты хочешь улететь с нами. Я такого не говорил. Знаешь, кое-что никак не дает мне покоя. Там, в гараже, я видела, как ты смотрел на ту тварь. Видела, как вы словно узнали друг друга. Не хочешь рассказать, в чем дело? Он у меня кое-что забрал. И я сделаю все, чтобы он ответил за это. Я же просила присмотреть за ней. И что я должен был сделать? Дать кукле пососать сисю? Все в порядке, отдыхай. Я побуду с ней. Я могу остаться, если хочешь. Все в порядке, я справлюсь. Ладно. Не так уж и много нас осталось на свете. Все равно прогнешься. Четвертый канал. Попробуй третий. Дерьмо. В чем дело? Не работает нихера. Итан, что там? Наблюдение обрубили. Без камеры я не могу увидеть, что творится снаружи. Ни гаража, ни парадного входа, ничего. У меня плохое предчувствие. Эти выродки сломали камеры. Что они задумали, мать их? Уверен, нам не понравится. О, черт! Наверху! Аннабель, будь здесь. Я скоро вернусь. Там что-то есть. Эй!
Сэм! Ты цел? Я в порядке. Крис, сходи туда, выясни, как они пробрались, и закрой щель. Понял. Дерьмо, у него кровь, его укусили! Подождите! Да ладно, все. Все хорошо. Фрэнк, можно отрубить ее. Прости, Харкера, слишком поздно для этого. Кто-нибудь сделайте что-то побыстрее, времени у нас в обрез. Я сказал ждать. Фрэнк, пожалуйста, хотя бы не перед моей дочуркой. София, прошу тебя, выйди с мисс Эрнестой, хорошо? София, папа любит тебя. Стой! Пакуйте. Итак, послушайте все. До рассвета 4 часа. Отдохните, ладно? Будьте готовы выступить с первыми лучами. Завтра мы покинем это место. Отдыхайте. Открывай. Сейчас. Кажется, заклинило. Стой, стой. Что-то держит ее. Не знаю. Попробуй еще раз. Хорош. Бесполезно. Что-то мешает, она не сдвинется. Еще раз. Нет. Эй! Стоп. Спалишь двигатель. Что происходит? Придется идти в обход. Крис, беги за ключом. Понял. Бишоп. Да не знаю, что-то снаружи держит ее. Дерьмо. Так вот откуда был этот шум. Обычно они таким не занимаются. Черт! Я говорю вам, если не зачистить тот завал, дверь гаража ни за что не сдвинется. Нет, нам ни за что не разгрести эту кучу до ночи.
А даже если разгребем, учитывая, сколько нас, в потемках они будут нас гнать до самого аэропорта. Если столько протянем. Расчистим все, что сможем сегодня, и с утра уедем. Это здание не продержится до утра. Нет, 100%. Пускай хоть половину расчистим. Ночью они вернут все на место. Они сделали это за ночь, смогут и повторить. Нам бы понадобились дни, чтобы расчистить путь. Даже если бы мы знали. Нам всего лишь нужно найти подходящий транспорт. Именно. Соберем вещи, загрузимся и спокойно свалим. Нет, те машины 3 года не ездили. Аккумуляторы дохлые, шины стерты. Нам ни за что не найти рабочий транспорт к закату. Должен быть выход. Убить их главаря. Что? Я убью Альфу, и остальные твари сами разорвут друг друга, пытаясь занять его место. Откуда ты знаешь? Я уже делал это. И это даст нам шанс добраться до самолета. О чем ты? Хочешь пойти к нему? Нападение на тех тварей — это как раз то, чего нам не надо. Мы здесь хотим выжить. А я и не прошу никого идти со мной. Тогда чего же ты просишь? Порох, детонаторы и взрывчатка. Предоставьте мне боеприпасы, я уничтожу их, пока они спят. Так я и знал. Он ведет нас всех в могилу. И кто ты вообще такой? Что мы должны тебя слушать? Какого хера ты здесь забыл вообще? Ты хотя бы иногда затыкаешься, придурок. Давайте подытожим. Ты хочешь пробраться в самое сердце кошмара? Убить Альфу в его же логове и надеяться, что это задержит остальных тварей настолько, чтобы мы успели сесть в машину и свалить из этого ужаса на самолете, Сэм? Да. Круто, просто уточнил. Логово. Отель. Как в страшной истории. О дне и ночи. Да, они спят группами, обычно в подвалах. Там и надо искать. Ты знаешь, где они? Почему просто не взорвать все здание? Да, их можно поджечь. Но как только кто-то из них проснется и заорет, они разбежатся во все стороны. Я должен убить Альфу. Тебя ведь только он и волнует. Альфа. Ты же хочешь уехать? Сражайтесь с этой стеной или дайте мне то, что я хочу. И я, по крайней мере, создам возможность. Ты 25 шагов не пройдешь в том отеле. Это верная смерть. Ты это знаешь, и я знаю. Вы теряете время. Если останетесь, умрете. У нас нет выбора. Надо найти транспорт. В этом городе жили 2 миллиона человек. Машины можно найти. Шеф, ничего не получится. Машины, может, и найдем, но до самолета к ночи не успеем. Надо держаться. Что значит держаться? Шеф, у мужика, по крайней мере, есть план, который даст нам шанс. Крис, о чем ты? А как же Мэдлин? Как же Макс? Я уже потерял одну семью. И не хочу потерять вторую. Шеф, я следовал за тобой в самое пекло. Но прости, сегодня ты не прав. Я согласен. До темноты нам не добраться до самолета. И это наш единственный шанс. Хочешь идти? Иди. Хочешь умереть? Иди умирай. Остальные за работу. Что? Я не доверяю Рурку. Не будем забывать, кто его сюда привел. Может, и не стоило. Может, я ошиблась. Слушай, Сэм, я знаю, это все большой груз для тебя. Для всех нас.
Но мы же пытались, правильно? Как ты можешь вот так сдаваться? Как же Фрэнк? Как же все эти люди? Они уже наша семья. Знаешь, я был как Майк. Думал, что как-то, может, мы прорвемся. Но теперь я понимаю, что нужно с чем-то пожертвовать. Что? Ладно тебе, Сэм. Я не собираюсь ждать неизбежного. Я уже принял решение. Я не хочу, чтобы надо мной стояла одна из этих тварей, когда я буду умирать. Может, я не смогу победить их. Но и сидеть здесь и ничего не делать я тоже не буду. Так нормально? Хорошо. Мэдлин, когда я нашел вас с Майком, я обещал заботиться о вас. Я делаю это ради нас. Понимаешь? Знаю. Иди ко мне. Позаботься о своей маме. Хорошо. Папа. Помнишь нас в детстве? Ты рассказывал нам с Эвером историю о Ханке Моргане и его налетчиках. Как они прошли до Индианы. И сражались в гражданской войне. Никто тогда не остался равнодушным к ним. Они заставили тысячи федералов оторваться от своих обязанностей. Но Юг проиграл войну. И Моргана, и его налетчиков всех вырезали. Да, вырезали. Но не в тот день. Слушай, папа, я знаю, что все изменилось. Я знаю. Но что есть, то есть. И мне жаль, что мне пришлось нажать на курок. Пришла попрощаться? Как мило. Увидимся, крокодильчик. Не делай этого, Дрю. Рорк знает, что делает. У него есть план. Есть. Поцелуй, и я останусь. Я серьезно, Дрю. Как и я. Бывай. Дальше по улице есть знак «Стоп» с пометкой. В 300 ярдах. Здания здесь хорошо защищают от ветра, так что пули летят метко. Если возникнут неприятности, возвращайтесь к метке, и я прикрою вас из отеля. Сэм, собирай людей, пора искать транспорт. И почините кто-нибудь камеры. Понял, шеф, займусь. Вы его слышали. Какой сегодня день? 27 июля. Так и думал. А что?
Через 2 дня день рождения, Сэм. Я каждый год присылаю ей открытку, но взамен ничего. Нацгвардия сделала все, чтобы защитить нас. Они сделали в том отеле последний оплот обороны. Но они не понимали, что лишь устроили для тварей большой буфет. Продержались 2 дня. Если они поберутся к нам в камеры, нам тоже конец. Фрэнк вытащил меня, собрал нас всех. Помню, Фрэнк привел Дрю сразу после начала заражения. Да, Дрю? С тех пор он с нами. А вот Влада мы нашли полуголым на улице, умирающим от голода. Та еще история. Вылетел он, значит, из Москвы со своим взводом спецназовцев. А в Майами их самолет успешно разбился. Точно. Вы, русские, умеете пить водку и драться. Но не ладите с самолетами. И почему? Не переживай, если бы я жил в России, я тоже захотел бы свалить. Они будут в самой глубокой темной дыре. В подвале. Именно. Там мы их и похороним. Если что, идите на юг, к выходу. Сразу на свет. Вы двое с веревкой, мы разделимся. Идите на крышу, мы вам подадим знак. Как у вас дела? Кому-то повезло? Пока ничего. У меня тоже ничего. Мы с Эрнестом разделились. Но все равно. Здесь полная жопа. Лучше поторопитесь. Если не найдем транспорт, здесь и останемся. Ясно? Поняла. Thank you.
Устанавливай взрывчатку на обоих выходах. Запрем этих ублюдков здесь, а потом подожжем. Кто установит бомбу у второго выхода? Я пойду. Серьезно. Я готов. Я справлюсь. Я не давлю, но все на тебе. Не облажайся, мать твою. Звука. Вперед, вперед! Где Крис? Я спросил, где Крис? Все кончено. Что? О чем ты вообще? Что кончено, Влад? Что? Все кончено, вперед. Да о чем ты, мать твою? Чёрт, твою мать!
Черт. Думаю, они погнали за Крисом. Крис, это Итан. Ты там? Крис, это Итан. Ты слышишь? Я сейчас в очень хреновой форме. Они уже дышат мне в спину. Я слышу их. Слушай меня. Будь там. Оставайся на связи. Мы найдем тебя. Слишком поздно. Передайте Максу и Мэдлин, что я люблю их. Нет, не сдавайся, Крис. Я тебя вытащу. Слышишь? Вам понадобится моя веревка. Думаю, я смогу передать ее. Постараюсь. Нет! Слушай, когда солнце сядет, те ублюдки нацелятся на нас. Нам нужна веревка. Нам нужна гребаная веревка! Думаю, Крис, веревка прямо под нами. Эй, подожди. У вас с той тварью старые счеты, верно? Ей нужен ты. Хочешь меня? Вот он я. Давай, выродок.
Идем. Иди. Вперед, вперед, вперед. Что дальше? Черт. Лестницы. В чем дело? Надо идти. Никуда я не пойду. Крис достал меня. Для чего еще нужны друзья? Да ладно тебе. Посмотри на это все. Пожалуй, я сяду. Есть и светлая сторона. Меня покусала не одна из тех тварей. Покойся с миром. Давай, давай. Фрэнк. 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 Одна есть, я нашла машину. Отлично. Кому быстро возвращайся. Хорошо, еду. Похоже, только тебе удалось найти машину, принцесска. Этого мало. О чем ты говоришь? Нас здесь около 40 человек, этого мало. Ну так и хер с ними, возьмем кого получится, ведь сейчас каждый сам за себя. Тогда почему ты вообще вернулся? Да потому что я не умею управлять гребаным самолетом. Винс, садись в машину. Давай, садись. Ну ты урод. Винс, давай, поехали, надо валить отсюда. Дуган, ты чертов подонок, он не давай, поедет Винс, с тобой. Давай, Винс, садись, ебаный ма... О, черт. Другое дело. Вернулся. Винс! Винс, давай! Теперь-то все поместятся, мудак. Да! Вас подвести? Да, молодец. Они идут!
Беги! 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 Надо уходить! Шеф, мы уходим! Беги! Нет, нет! Где мой муж? Они мертвы все, так? Я не просил никого идти со мной. Ты должен лежать там с ними. Если бы не ты, мой сын был бы сейчас здесь. Это было его решение. Ему хотя бы хватило духу пойти со мной. Эй! Сукин сын! Заткнитесь! Заткнитесь оба! Ничей план не сработал. Черт! Надо работать вместе, иначе мы все тут сдохнем. И что ты, блядь, предлагаешь? Мы не можем драться с ними, ясно? Я трижды попадала в Альфу. Прямо в грудь, но он даже не шелохнулся. Может, промазала? Не промазала. Он отличается от остальных. Просто не хочет сдыхать. Все умирает. Кусок дерьма! О, боже. Они везде. Нам никак не пробиться. Черт, смотрите, Дуган, мать его. Какого черта он творит? Пытается сбежать. Он и полминуты там не продержится. У него не шанса. Но можно использовать его. Как наживку? Черт!
Выслушай меня. Скоро твари вернутся сюда. Ты готов сражаться с ними? Тебя ждут твои люди. Ты нужен им? Ни для кого не секрет, что я не люблю проигрывать. Ни в прошлом, ни в будущем. И точно не в пустоте, и не в неизвестности. Особенно, если есть то, за что стоит бороться. В этом вся суть борьбы. В людях. В выживании. Поэтому все довольно просто. Мы будем удерживать врага, пока все не спасутся. Иначе, если не выстоим, они все умрут. Он прав. Хотите, чтобы все выжили? Сражайтесь. Все в ваших руках. Бишоп. Еще увидимся, шеф. Спасибо, что был рядом. Твоя Кэти. Какой она была? Идеальной. Она была всем. Альфа ее убил. Он превратил ее. Я не мог ее так оставить. Стой. Я хочу остаться. Позволь помочь тебе. Если мы не выберемся, людям нужен будет кто-то. Тот, кто поведет их. Тот, в ком есть надежда. Спонсор показа Казино X. Это только лицензионные автоматы, а значит частые и большие выигрыши. Введите код 4X и получите бездепозитный подарок и выиграйте столько, что вам и не снилось. Заходите на 16casinox.com и не забудьте использовать код 4X.
Черт. Слышишь? Да не боись, ты, все будет хорошо, окей? Прости меня! Я люблю тебя!
Ты не поедешь с нами? Их там еще много осталось. Но ты убил его. Ты убил Альфу. Ты же этого хотел. Не теряй надежду, Сэм. Поехали. Fear on a wounded face, I was born.